сука, так. Мясокомбинат, мясокомбинат. Пинкс, только вместе мы сильны. И всем привет, дорогие друзья, с вами Крипер. Сегодня мы будем играть в Бедварс. Просто Бедварс. Но с нами сегодня Ляшка, но у него ник Зонт. Я Зонт, я космический Зонт. Блин, вот. Так, мне под этот Бедварс рисовать рисунок. Либо нет, либо да, либо нет, либо да. Либо да. Потому что все твои ролики с тобой у меня залетают, поэтому я решил с тобой снять. Ну, почти все. Не залетел только тот ролик, на который я делал превью. Про Бедварса там. Просто ты блевотный дизайнер, знаешь. Спасибо, я такой, я такой. А нахрена я доски купил для кого? Ладно. Это знак того, что мы профессионалы. Короче, знаешь, я купил босс на 2К, и по итогу у тебя будет херами микрофон, и вообще все будет. Да. Там белый форт строят. А что беспроводную мышь? У меня была беспроводная мышь, но я их не люблю, потому что они садятся в ненужный момент. Знаешь, я хочу беспроводную мышь. Называется Razer V5 Ultimate Cyberpunk Edition. Ладно, пошли и попробуем их сломать. Я твою волю сломаю. Иди сюда, иди сюда. А, ты идешь. Дядя, у меня... Я сломал. Я... Так, бей одного, я буду бить второго. Сломал? Да. Я его сбил. Ах ты пельмешек. Все шикарно. Минус одна команда. Чего, голубые тоже форт строятся? Они что тут в битву замков играют, я не знаю. Не знаю, не знаю, но у меня мышка, у меня провод мешает, у меня компьютер стоит на столе рядом со мной, и поэтому провода мышки хватает буквально, не знаю, да всю комнату. А почему они форты строят? Так вот я не знаю почему. Уничтожание! Уничтожение! Да блин, я сломать не могу! Да блин, нет, они оба встали перед кроватью. Слушай, у меня для тебя есть подарочек. Ты где? Я... Ты сдох? Нет, я... Ты сдох? Я ухожу. А ко мне? А я мне... Я просто меч себе купить хочу. У меня бабла есть только, что ты должен обосраться от этого. Слушай, на нас желтые идут. Да не боись, будет все нормально. Пошел отсюда. Либо не бум. Он без шифта строится. Слушай, он сейчас динамит будет кидать на нашу письку. Меня скинули! Да как? Он бьет просто за много блоков, это как вообще? За столько блоков бить, это охренеть. Дай читы погонять. Дай читы пожать. Ты видишь, он нас обоих сразу бьет еще. Но это нереально так, это драться, это вообще что-то. Меня мухи искусали, пока я был в спах. Ты мне звонишь, говоришь, пошли снимать Бедварс. Я такой, мне и так херово, у меня в жизни все плохо. Ты такой, мне срать, и по итогу мы снимаем Бедварс. Харизматичный человек, что сказать. Слушай, я всегда застраиваю кровать, короче, с крестом на кровати, чтоб крест был. Это от всяких вот таких вот людей, которые на нас идут сейчас. У меня руки открыты в клавиатуре, понимаешь? Я сидел, не дрочил, конечно. Блин, что это было только что вообще? Да, розовый. За какой цвет пойдем? Розовый, розовый.
Что не голубой? Ты же голубой. Ты же это самое. Ты любишь это. Да. Ты знаешь, у тебя зеркало стоит этот. Прям перед экраном, я не знаю. А, ты в экране отражение видишь, точно. Слушай, у меня матовый экран. Матовый. Ты просто сидишь сам с собой, что-то разговариваешь. Не понимаю. Короче, смотри, у тебя какая клавиатура? Гарнизон. Какую клавиатуру хочешь? Не знаю. А чё, подаришь? Я хочу это. Угадай, кто из клавиатуры, которую я хочу. Десять тысяч. Угадай. 16. Угадай, какую видеокарту ты хочешь? Я? RTX 3090, ой, в смысле... Короче, сейчас там будет донат, мы собираем тебе крейтер RTX 3090, он будет играть. Да, ссылочка, короче, на донат в описании, можете мне донатить. Через лет 50 мы накопим мне на видеокарту 3090. Короче, знаешь, и по итогу после этого видеоролика тебе донатит 100к. Да, я покупаю себе новый компьютер, потому что видеокарту мне такую лучше не покупать, а то у меня просто сгорит компьютер. Целероном, знаешь, просто там процессор будет работать на 100%, видеокарта 1%. Да-да. Чисто двухъядерный процессор. Типа 8 гигов оперативы и чисто RTX 3090. Вали его, вали, убивай. Повезло-то как, а? Не, я занят. Что? Меня сзади пнул кто-то. Это чё? Кто меня... А ты где? Я тут. Смотри, что есть. Пошёл вон. Ты чё не упал? Не полетал. Убивай его, тётю! Здравствуйте, вы верите в Бога? Он не верит в Бога, он... Я его скинул. А, там второй желтый идет. Ё-моё. Где там второй желтый? Мне иногда кажется, что меня таргетить собираются. Я обманул нас с носками. Убивай. Нет, бей его, бей. Меня не бей, его бей. Да куда ты, блин, нам тут блоков столько поставь? Да ты, блин, нам кровать тут это... Ой, в смысле, всё застроил, говнюк какой. Он будет сверху, вот, отдай его сюда, да. Он что, ТНТ кинул? Я кинул. Баран. Айда сюда! Сюда иди, мы голодные волки. Я сейчас приду. Ты его не убивай только. Он тут, он меня сейчас убьет! Нет! Убивай там! От него мясо! Нет! Я космический зонд, я уничтожаю Доди. Мясокомбинат! Винг, столько вместе мы сильны. Слушай. И всегда устремлены к победе, Винкс. Слушай, это в самое начало ролика вставлю. Ой, что-то мы засиделись, братцы. Ой. Не пора ли нам разгуляться? Что-то не такой крест получился. Хуй крест. Знаешь, твой ролик забанит за оскорбление верующих. Ты падла! Нет! Короче, у нас одна попытка осталась и копим деньги. Мы будем сидеть здесь. Давай просто застроимся, будем жить. Давай. Нет, меня убьют! Ты почему мне это не сказал? Сколько тебе годиков? Напомни, пожалуйста. Я просто забыл. Извини, да. 41. Да.
Винкс только вместим и сильны, и всегда устремлены к победе. Винкс, 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 Винкс. Винкс только вместе! На нас рой, голубые идут! Голубые, идите к своим голубым дальше. О, додик, он бурбо! Он без шифта строится, козлина! Как вы относитесь к спецоперации, да? Он без шифта только что строился, козлина. Это не страшно. Я одного скинул, второго не скинул, если что. Может, вы знаете, у меня же сенсор на мышке слетает чуть-чуть. А, я по нему ударить не могу. Эй. Пошел отсюда. Да блин! Он почти! Да ты заколебал! Чё за говнище, я не понимаю. Он в железной броне. У них кровать, чтоб ты понимал, вообще не застроена. Стоп, они на нас идут, они тут уже! Я иду по... Нет, их больше! Их больше, чем один! Если больше, чем один, это то это пять! Да! Математика плюс... Да господи, чё они меня вдвоём-то зажали? Ну, в принципе, на этом можно и заканчивать. С вами был Космический Зонд и 5000 пельменей, да. Да, с этого момента я не буду больше играть в Bedwars. Вот, ну а с вами был Крипер и вот этот вот долбоёб. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.